Нынешнее лето не спешит побаловать оренбуржцев теплыми деньками. Тем не менее, повод для радости есть у тех, кому и 30-градусный мороз нипочем, если не нужно идти на уроки. Юных горожан ждут самые длинные в году выходные. Как они ими распорядятся, конечно же, с помощью родителей, узнаем прямо сейчас. Я планирую провести свои летние каникулы, с дедушкой ходить на рыбалку. К бабушке поедем. Я думаю покупаться на море Урал. На реке. И ходить в баню. Я собиралась в лагерь «Газовик». Я собиралась, но заболела. Я в деревню уеду. В июне я в лагере, потом, наверное, уеду куда-нибудь, и потом в школе готовиться. Как выяснилось, добрая часть мальчишек и девчонок летом отправится на загородные и внутригородские площадки, которые уже готовы ко встрече каникуляров. Тех, кто ближайший месяц проведет в лагерях дневного пребывания, собрали на фестивале в честь открытия сезона. Зал Дворца творчества детей и молодежи забит до отказа. Восторга по поводу окончания учебного года ребята не скрывают. Для школьников подготовили интерактивную программу. Веселые персонажи из известного всем мультфильма «Мадагаскар» увлекли и малышей, и старшеклассников. Каникулы продолжились непосредственно в лагерях. В этом году в Оренбурге их 95. Весь сезон, все 21 день ребята будут в движении, ребята будут хорошо накормлены. Ребятам, мы уверены, будет интересно и весело. Дети могут не только от души повеселиться и завести новых друзей, но и пополнить багаж знаний. К примеру, изучить правила дорожного движения в игровой форме. Я знаю о правилах движения, что их нужно соблюдать всегда. Я думаю, что что-то расскажут новое. Я никогда не нарушала правила, я все время слежу за правилами дорожного движения. Другая часть школьников на лето переберется поближе к природе. Их ждет не менее увлекательное времяпрепровождение за городом. Зону отдыха «Дубки» привели в порядок во время недавно прошедших комплексных учений по гражданской обороне. Убрали сухостой, провели опашку противопожарных полос, санитарную обрезку деревьев. Вот я буду здесь воспитателем на первом потоке работать, поэтому мы убираем свою территорию. Как раз тут беседка моего отряда будущего. Уборка зеленой зоны – дело не ограничивается. Прежде чем начать работу, лагеря должны успешно пройти инспекцию. Исправность, чистоту, наличие необходимых лекарств ежегодно проверяет специальная комиссия. Это процедурный кабинет. Процедурный кабинет, да. Он у нас лицензированный. Лицензию у вас? Лицензию прошли мы буквально в апреле этого года. Мне вот анафилактический шок, будьте добры. Запустите. Анафилактический шок, да. Супрастин, адреналин, кортизол. Лагерь «Заря» готов к приему гостей. Стойкие спортивные снаряды выдержат самую неуемную энергию. Чистые кастрюли только и ждут молочной каши, которой хватит на любой аппетит. Взбитые подушки уже пророчат сладкие сны своим подопечным. Комнаты пока пусты, но в них вот-вот зазвенит детский смех. У нас дети от 6 до 16. Вот этот конкретно смену мы уже посмотрели. Диапазон очень такой широкий, но мы надеемся, что для каждого ребенка найдем занятие по душе. А эти дети добровольно избавились. Большим удовольствием самое теплое время года проведут, работая. Я уже здесь работаю 4 года и планирую поступить в техникум. И считай, с самого детства я влюбился в детскую железную дорогу и в саму железную дорогу. Прежде чем приступить к обязанностям, полсотни ребят весь год изучали теорию. С прошлой осени они разбирались в особенностях работы локомотивного хозяйства, систем связи, централизации и блокировки. В железной дороге для меня самое интересное – это как проходят занятия. То есть занятия в железной дороге проходят очень весело, и сразу человек всю информацию в себя впитывает. Впитав всю нужную информацию, будущие работники стальных магистралей применяют полученные знания на практике. Юные железнодорожники пробуют себя в роли машиниста, кондуктора, стрелочника, диктора, кассира, дежурного по станции. Профессии этой сферы достаточно востребованы. В некоторых семьях зарождаются целые династии. У нас папа железнодорожник в какой-то степени. Я работаю в структуре железной дороги. А дети будут пока в лагерях отдыхать в Дубки, железнодорожный лагерь. Детских железных дорог в нашей стране всего 25. Практически все они созданы только для обучения школьников и не имеют другого назначения. Между тем, в Оренбурге это еще и своего рода транспортная артерия, которая связывает загородные лагеря с областным центром и помогает отдыхающим добраться до места. Эта традиция длится уже 64 года.
будет все увлекательно, будет интересно, будет весело. Различные мероприятия, которые мы проводим в течение нашей летней практики, это день рождения детской железной дороги, конкурсы на счастливый билетик среди пассажиров, спортивные праздники, спортивные мероприятия и много-много другого. Это лишь малая часть того, чем будут заниматься дети на каникулах. Не менее интересные соревнования, экскурсии, походы еще впереди. Сезон летних каникул только набирает обороты. Вчера страна отмечала День Конституции России. Массовые мероприятия прошли в Оренбурге. На одном из них, в национальной деревне, собралось более 1000 человек. Праздник молодой, но очень важный для нашей Российской Федерации. Это государственный праздник. 90-й год 20-го столетия была принята декларация о независимости на съезде народных депутатов Российской Федерации. Наша страна сама по себе многонациональна, наша страна поликонфессиональна. Все регионы многонациональны. Если вы посмотрите на эту сцену, здесь представители десятков национальностей, которые проживают в Оренбурге, они возглавляют наши национальные общественные организации. История доказывала, что когда мы едины, мы непобедимы. Поэтому от имени Ассамблеи народов России, Ассамблеи народов Оренбургской области, от всех наших руководителей общественных организаций, позвольте поздравить вас с прекрасным праздником, с прекрасной погодой, с прекрасным праздничным настроением. И мы замечательно сегодня, я надеюсь, отметим праздник. С праздником вас, дорогие оренбургцы! Ура!